В Петровском парке Архангельска начали работу археологи. Специалисты Института археологии Российской академии наук уже откопали брусчатку, предположительно 19 века, и нашли с десяток старинных экспонатов. Археологические исследования позволят уточнить детали исторического ландшафта города и определить точное расположение первых зданий. Мария Воробьева расскажет все подробности. Части курительных трубок, кузнечных заготовок, монеты 18 века. Эти находки в Петровском парке обнаружили сотрудники Института археологии Российской академии наук. Среди любопытных раритетов – екатерининский пятак. Специалисты говорят, известная игра «Орел и решка» началась именно с этой монеты. Но чаще всего находят предметы, которые использовались в быту. В другой руке, получается, у меня это фрагмент керамического сосуда, венчик с нагаром. Это очень интересно, благодаря тому, что сохранился нагар, мы можем снять его, проанализировать, и благодаря чему мы сможем узнать, что в этом сосуде готовилось. Выбор места для исследований не случайен. Здесь начиналась история Архангельска. Формировался его центр. В XII веке на мысе Пурнаволок новгородский архиепископ Иоанн основал Михайло-Архангельский монастырь, который и дал имя городу. Поэтому каждый сантиметр земли – это ценнейшая многовековая история. Под одним из культурных слоев археологи откопали каменную брусчатку, предположительно, 19 века. Если что-то какая-то будет здесь ценность и будет предположительно, что именно это какая-то дорога была или еще что-то в этом роде, то, скорее всего, это будет консервация, и консервация памятника, и будет все назад закопано. Столичные гости работают в Архангельске уже неделю. Ворошить культурный слой нужно аккуратно, чтобы не повредить подземные коммуникации. Археологи тесно сотрудничают и с руководством драмтеатра, на территории которого находится парк. Ведь речь может идти даже о появлении в парке новых объектов. Здесь был и собор, и церковь, и стрелецкая крепость. И, соответственно, уже археологи начинают более детально понимать, что где располагалось. И в дальнейшем, конечно, это можно использовать и при благоустройстве. Никто не отрицает, что в дальнейшем может, как какой-то архитектурный небольшой археологический, допустим, какой-то объект может стать и в том числе частью благоустроенного парка. Археологические раскопки в Петровском парке продлятся еще неделю. Все данные передадут в Институт археологии, а находки в Архангельский краеведческий музей. Мария Воробьева, Александр Прилуцкий, Вести Поморья.